Привет, это Дима. Знаете, каково это? Впервые за почти целый год оказаться под дождем и глядеть в серое небо, с которого падают на лицо холодные капли. В моих тепличных условиях на дождь можно разве что смотреть из окна или слушать, как он барабанит по навесу прогулочного дворика, который не дворик вовсе, а бетонный мешок с железной крышей на верхнем этаже СИЗО. Возможность оказаться под небом, пусть и в клеточку, есть лишь при посадке в автозак, и иногда, если повезет со сменой, конвой разрешает постоять перед ним минутку. С середины прошлой недели такой шанс выпадает мне ежедневно. Тимирязевский суд начал знакомить меня с материалами дела и протоколами заседаний. Последние, впрочем, еще не готовы, но это не мешает помощнику судьи вывозить меня каждый день в расчете на то, что я устану и все подпишу. Что ж, посмотрим, кто сдастся первым.